Войдя внутрь, звено газодымозащитной службы обнаружило хозяина спящим на кровати. Спасатели вынесли мужчину и передали бригаде скорой помощи. Также понадобилась эвакуация троих соседей. Причем к моменту задымления было настолько сильным, что пришлось использовать защитные маски. Пострадавший доставлен в реанимацию с ожогами первой и третьей степени и отравлениями продуктами горения. Мужчина характеризуется отрицательно, нигде не работает и злоупотребляет спиртным. В результате пожара в его квартире повреждена мебель и телевизор. Причина возгорания устанавливается. Предположительно, ею могла стать неосторожность при курении, либо короткое замыкание электроприборов.